На подходе к порту Курык, что в нескольких десятках километрах от Актау, тем временем азербайджанский паром, на который казахстанская сторона планирует погрузить 42 железнодорожные цистерны с нефтепродуктами. До конца года из Курыка в порт Алят в Баку планируют экспортировать около 500 тысяч тонн нефтяных грузов. В самом же казахстанском порту достроят еще один причал. Мы будем обрабатывать вагоны сейчас. Следующий уже должен быть отдельный причал именно для ро-ро-паромов. Там будет и автомобильные составляющие, то есть мы будем тоже автомобили принимать. А сейчас мы ориентируем только на вагоны. А уже до конца этого года через порт Курык будет экспортировано больше 450 тысяч тонн газойля. Далее груз пойдет через Азербайджан и Грузию по транскаспийскому маршруту. Сейчас же отрабатываются возможности обратной перевозки транзитного груза. К примеру, сахар-сырца через порт Курык в направлении Узбекистана. Отмечу, что казахстанский Курык расположен на линии транскаспийского международного транспортного маршрута. Напомню, договор о создании масштабного транзитного пути подписали Азербайджан, Казахстан и Грузия. Транскаспийский маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину в Европу. Такой путь значительно экономит время. Груз из порта Курык доходит до Бакинского международного морского торгового порта в Аляте за 18 часов. Раньше паромные перевозки из Казахстана были возможны только через порт Актау, который последний год работал на пределе своих возможностей.